Мультфильмы прекрасно развивают воображение ребенка, а правильно подобранные книги помогают малышу лучше запоминать слова. Но если картинок на странице больше, то воспринимать информацию чаду сложнее. И сказал гипопотам, крокодилам и китам, кто злодея не боится, и с чудовищем сразится. Алие Алич, молодая мама, воспитывает 3-летнего сына. Утром играют, днем читают. В руках у маленького Арслана его любимая книга про животных. Книжки мы покупаем, один раз в 2 недели, это точно. У нас, допустим, очень много книг у Арслана, мы любим музыкальные. Вот, например, вот эта книжка, в которой можно узнать, как издают звуки животные, вот, к примеру, корова, и где они живут. На самом деле, признается Алие, выбирать правильные книги она научилась не сразу. Вариантов детской литературы на сегодняшний день очень много. Есть книги-пазлы, объемные, музыкальные, тактильные, говорящие, и все они рекомендованы для малышей. Вот и Инна Токмакова, и 5-летняя дочь Тиона в книжные магазины всегда ходят вместе, чтобы потом не было недовольных. Мне важно ее мнение прежде всего, потому что если она выберет эту книжку, она с удовольствием будет ее рассматривать и разукрашивать, и ее мнение всегда учитывается. Главное для родителей понять, какую задачу они ставят при выборе детской литературы. Если вы хотите просто развлечь ребенка, показать ему, что жизнь интересна, то объемные тактильные и музыкальные книги вам в помощь. Благодаря им малыш получает массу впечатлений – красочные рисунки, простой сюжет и музыкальное сопровождение. Если же ваша задача – учить ребенка, например, цветам, цифрам, названиям животных или птиц, то лучше выбирать совсем другие книги. Те, в которых нет обилия разноцветных картинок, а есть прямое соотношение слова и изображения. В идеале должно быть сочетание. Зрительное, аудиальное, да, там, тактильное. Можно разыгрывать сценки под эти тексты. В идеальном варианте. Выучить текст без соответствующей иллюстрации для ребенка практически невозможно. В таком случае не формируется образ и восприятие. Дошкольники мыслят образами. У них образное мышление развивается. И работает у дошкольников больше правое полушарие, образное полушарие. И через чтение, через художественную литературу можно развивать нравственную сферу и эмоциональную сферу. Но, к сожалению, современные родители, современный мир ориентирован на интеллектуальную сферу. Но никакие, даже самые глубокие знания не смогут напитать душу ребенка. Книга должна развивать. Другое дело, если она играет роль игрушки. Здесь на первом месте интерактив для малыша. Тогда ребенок учится не новым словам и выражениям, а ощущениям. В идеале давно пора на каждой книге для родителей писать пояснение, как правильно ее использовать и на что обратить особое внимание. Главное условие развития будущего эрудита – уверенность в том, что книга действительно лучший друг и подарок. Антонина Шитова, Алексей Семенов. Утро нового дня.